держим. Добрый путь. С этих слов для многих родителей малышей началась экскурсия по детскому саду. Посмотреть здесь есть на что. Два этажа укомплектованы современными игровыми и спальными комнатами, психологической разгрузки. Похвастать такой сегодня могут далеко не все дошкольные учреждения республики. Есть в саду и спортивные, и музыкальные залы. В пищеблок посетители впускают только в сменной обуви и белых халатах. Повара готовят обед для малышей, тех, кто сегодня не побоялся отпустить родительскую руку и остаться в садике на целый день. Там какой-то мальчик, но он не знакомый со мной. Ну, а ты познакомишься? Ну, я с некоторыми мальчиками познакомился. А с девочками? Тоже с некоторыми. Садик, я говорю, мне понравился. Здесь очень такой габаритные масштабы такие прям. И светлый садик. Тепло, уютно, светло. Актовый зал с первого дня работы сада выполняет свою основную функцию. Здесь идет концерт. Артисты, малыши, зрители, почетные гости, представители городской администрации и строители. Последним особое внимание. Возвели здание строго по графику в рекордно короткие сроки – за 10 месяцев. Обошелся объект в 145 миллионов рублей. 65 выделил федеральный центр, 80 – Абакан. Что я хотел бы пожелать нашим главным героям сегодняшнего торжества? Хорошо расти, кушать хорошо, спать, а коллективу работать с удовольствием, творчески, внимательно. В штате детсада сегодня почти 100 работников. Стаж многих исчисляется десятилетиями. Примут на воспитание педагоги 340 малышей. С 2 лет принимаются дети в детский сад. 14 групп в нашем детском саду, 14 групп. Открывается 2 группы хакасского языка. Еще изюминка садика – это современная уличная спортивная площадка с турниками, гимнастическими кольцами, канатами и особенным половым покрытием, которое поможет избежать травм при падениях. Подобного сооружения нет ни в одном детском саду Абакана. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.